Сейчас я вот так вот, просто вот так вот поставь. Так, смотрите. Первый момент. А, вот нога, да? Вот она икра. Вот я сына попросила. А, очень многие говорят, что... Так, сейчас я вот так вот попробую камеру поставить. Очень многие говорят, что, например, на сухих днях... Немножко сюда подальше. Подпрыгни. А... Бывает, что холодно, то есть морозит на сухих днях, либо на сыроедении. Что нужно делать? То есть вы лучше лежа это сделать. И если есть кому-то сделать, можете кому-то сделать. Если есть самостоятельно, то можете самостоятельно сделать. И начинаете вот икру как бы двумя руками, как бы вот так вот немножко как будто бы отдирать от сухожилия, от кости. Но это чтобы было не прям не сильно больно, но так достаточно болезненно. Вы как будто бы отслаиваете вот это вот все, вот эту вот всю карту, как будто отслаиваете. И когда вы научитесь вот этого, не научитесь, а через буквально, наверное, таких отслаиваний 3, ваш организм будет, температурный режим выровняться. То есть через икры у нас проходит вообще, ну, я бы сказала, так чуть ли не вся наша жизнь. Вот, мы просто очень многих моментов не знаем. И вот так вот просто вот двумя ручками ее вытаскиваем. Вот. Еще такой момент, опять же, с икрами. Вот здесь вот своей рукой получается вот этот вот пальчик, вот указательный, ваш пальчик, вот где вот он заканчивается, вот здесь вот плюс-минус несколько миллиметров есть точка. И если... у вас в жизни есть какие-то ситуации, которые вы не можете по каким-то причинам решить, у вас не приходит какое-то решение, вы не понимаете, как это сделать, начните вот так вот массировать. Массировать как? Если это касаемо каких-то умозаключений, так скажем, да, то есть не можете принять решение, не можете понять, как это сделать, то это лучше делать с левой стороны, на левой икре. Можете хотя на обоих сделать, но на левой. Если все, что касаемо сделания, уже знаете, как делать, но не можете решиться на конкретное действие, на конкретный шаг, то с правой стороны вот эту точку массируете. Вот. Потом следующее, давайте следующее сразу же вот здесь вот вам все покажу на ножке, чтобы было понятно.